Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой эко-проект, как Ваку. В прошлой части мы немного ознакомились со ним, кто такие, чем занимаются. В этой части продолжим разговаривать о этом проекте. Итак, главная цель проекта – это система отслеживания отходов в реальном времени. Чтобы повысить заинтересованность людей в управлении, они должны быть включены в производство сбытовую цепочку и получать вознаграждение за правильную утилизацию, переработку и повторное использование отходов. Проект Вака делает именно это. Его технология автоматически отслеживает автоматизацию процесса управления отходами и записывает ценную информацию. Вака использует технологию блокчейн, которая предполагает безопасное хранение данных и криптовалюту, что позволяет вознаграждать людей в режиме реального времени. Цель состоит в том, чтобы создать систему отслеживания отходов, которая будет поддерживаться соответствующим приложением, которое будет поддерживать потребителей в правильном утилизации отходов, собирая в то же время качественные данные об удалении отходов, при этом награждая потребителей криптовалюты. Проект Ваку будет создавать и управлять выделенной цепочкой блоков, где полученные данные будут обрабатываться с помощью инструмента анализа данных, информации, относящейся к тенденции и прогнозам, затем будет предоставлена государственным и частным заинтересованным сторонам. Различные заинтересованные стороны экосистемы должны эффективно играть свои роли, поэтому никто не возненавидит идею получения вознаграждения за удаление отходов, а в долгосрочной перспективе вознаграждение улучшит разделение отходов на уровне домохозяйства. Отсюда отслеживание отходов в режиме реального времени, дающие ответы на такие вопросы: как, кто сдал отходы, кто их собрал, куда они транспортируются и другие. Вака предлагает единую децентрализованную платформу, которая может отслеживать отходы от начала до конца цикла, тем самым обеспечивая более экологическую атмосферу. Давайте немного посмотрим о самой структуре токена и распределении. Токен Вака будет рассматривать как способ участия в рынке Вака. Вака будет доступен в качестве платежного токена в будущем глобальной зеленой энергии на основе блокчейна и будет приемлемой наградой за принятие участия. Устойчивость. Для монетизации данных об утилизации предлагается учитывать качество и количество отходов. В принципе, идея состоит в том, чтобы определить стоимость в валюте, например, евро, путем присвоения определенного веса различным типам отходов. Накопленная стоимость может быть определена с помощью среднезавышенного количества доставленных отходов, рассчитанного за определенный промежуток времени и коэффициента пересчета. Тем не менее, окончательная экономическая стоимость будет потрачена в токенах в соответствии с этой скоростью изменений на момент использования. Итак, как мы видим по схеме, 30% токена выделено для команды, 10% – это разработка проекта, 50% выделено на продажу токена, 3% – это бесплатная раздача, 5% – на маркетинг и 2% – советника. На сайте также мы можем наблюдать дорожную карту, как все начиналось, как что будет в будущем у проекта и много полезной информации. Всего выделено токенов 20 миллионов ВАК. Предположительная цена одного токена составляет $1 США. На сайте мы можем ознакомиться более подробно с командой, генеральным директором и всех советников. На этом, думаю, все. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.